работник ЧМЗ, слесарь механосборочных работ. Вот так вот все серьезно. Дегтярев Михаил, рост 172, вес 63,5 кг, возраст 23. Тренер СК чемпион, бронзовый призер Евразии. Ну что ж, и по традиции, собственно говоря, мы всегда начинаем бой аплодисментами и не забываем всячески поддерживать наших участников. Бойцы на середину. Затылок не бьем, позвоночник не бьем, открыто ладошками душим, пальцами в глаза не лезем, в партере коленями, локтями не бьем, пожали руки по углам. Готов? Готов? Бой! Так, аплодисменты, аплодисменты участникам. Ну что ж, попрошу участников остаться на ринге. Так, и сейчас у нас победил Дегтярев Михаил. Аплодисменты. Ну что ж. Пожали. Не уходим, не уходим. Подойди, пожалуйста, так. Слово. Скажите слово. Ну, спасибо всем. Участвовал первый раз. Ну, как бы так. Всем спасибо. Ты мужчина. Я тебе жму руку. Молодец. Ты вышел сюда. Угу. Не уходим. И у нас сейчас вручается сертификат за участие и сертификат от развлекательного центра «Кристалл». И Дегтяреву Дмитрию за победу, Михаилу за победу, грамота за победу, денежный приз, медаль и, собственно говоря, сертификаты в РЦ «Кристалл». Еще раз аплодисменты участникам. Так, ну что ж.